Всем доброго времени суток, добро пожаловать на мой канал. Сегодня я наконец-то настроилась и решилась снять для вас мои запасы средств по уходу за телом. То есть это гели для душа, жидкое мыло и средства интимной гигиены. Ну, начну я, наверное, с гели для душа все-таки. Первое, что покажу. Давайте постараюсь по брендам показать. От Avon у меня на данный момент в запасах только три геля для душа. Вот такой Avon Senses вишневый коктейль, спелая вишня. Здесь у нас хороший объем 500 мл. Ну, это я перед Новым годом на пункте выдачи покупала. У них там распродажи были. Затем также я купила два еще вот таких вот геля для душа. Так, тут у нас что идет? Крем-гель для душа, сливки и какао. Так, объем. Здесь 400 миллилитров. Давайте вот так поставлю. Затем тоже линейка Avon Senses, соблазнительные кокосовое молоко и малина, тоже крем-гель для душа 400 миллилитров. Так, далее мужские покажу, какие у меня в уходе для у сына и у мужа. От чистой линии вот такой вот есть шампунь-гель для душа, но я их гелем для душа отношу, два в одном. Формен, спорт, лимон и ледниковая вода. Свежесть и чистота 385 миллилитров. Вот у нас есть такой хороший магазин частный. И вот в нем бывают очень такие прям приятные цены на средства уходовые. Также от Axe у меня есть два геля для душа. Вот недавно я купила сыну на днях в Пятерочке. Эпичная свежесть, гель для душа и шампунь. Три в одном, лицо, тело и волосы. 250 миллилитров. Так, затем от Axe еще вот такой легендарный аромат. Это у нас темный шоколад. Тоже 250 миллилитров. Далее от Le Petit Marcellier кедр и минералы. Это вот с набора. Один у них сейчас в использовании, а второй вот пока еще стоит. Гель-шампунь для мужчин 3 в одном. Увлажняет и освежает. Тоже 250 миллилитров. Но на самом деле я еще после геля для душа сниму для вас наборы, какие у меня еще есть. Там также шампуни, гели для душа, крема для тела, тоники какие-то, что-то там есть, лосьоны. Я вот их хочу отдельно, которые стоят у меня в наборах, нетронутые. Я вам все это покажу после вот этого ролика сниму. Так, далее еще вот такой от Old Spice, тоже к возвращению сына с армии я покупала гель для душа, стойкий аромат, 250 миллилитров. Затем с набора, вот один сейчас, один уже все, он закончил, в пустышках будет, а второй вот пока в запасах. А, вот, я даже не видела, я думала, это гель для душа. Ну, теперь уже покажу. Шампунь. Я думала, это гель для душа, значит, надо убрать к шампуням. Шампунь для нормальных волос, освежающий. Ну, это мы уже поставлю. Сын только Клермен. Ладно, уже покажу здесь и убираю тогда. Вот, а я почему-то его приняла как гель для душа 230 мл. Или, может быть, я его показывала в шампуне? Хотя, наверное. Все, убираем. Ну, значит, вот мужские и Avon только эти. Затем от чистой линии. У меня всего два геля для душа в запасах. Вот такой вот недавняя моя тоже покупочка, особая серия «Привет, зима». Клюква, интенсивный уход, мягкая мицеллярная формула. Ну, 400 мл, но я оставлю до следующей зимы. Кто-то из девочек писал, что не понравился, ужасно. Ну, мы все разные думаем. Ну, не понравится, буду как пену для ванны использовать. Ничего страшного. В этом же магазинчике покупала, что вот и тут вот за 45, а здесь 65. Достаточно бюджетная цена. Далее. Мой любимый гель для душа от чистой линии, смородина и ледниковая вода, отвар трав, пробуждающий гель для душа. Буду его брать постоянно, дай бог, чтобы его долго производили. До 23 года еще срок годности, 250 миллилитров. Просто шикарный аромат смородины, обожаю его. Далее, турецкие гели для душа у меня вот от Salon. Два пока только. Планировала взять все, но пока запасов много, наверное, пока не буду. 500 миллилитров, они очень большие. Здесь орхидея и малина. Давайте посмотрим, гель для душа. Да, орхидея и малина. Турция производство.
Объем очень большой, как вы видите. И еще вот такой вот у меня. Это у нас экзотические цветы. Также 500 миллилитров. Вот такие два. Затем от Синергетик у меня один гель для душа. Натуральный кофе и зеленый лайм. 750 миллилитров. Хватит мне нам надолго. Так. Теперь следующий давайте покажу от Дуру. Наверное, давайте, который единичный покажу. Да, который у меня. Ну, ладно, уже сказала Дуру, потом дальше. От Дуру у меня два геля для душа. Один вот такой вот большой. Тоже, видите, он без перевода. 650 миллилитров. Так, Дуру парфюм с экстрактом орхидеи. Изготовитель Турция. Тоже прямо из Турции. Он такой прям достаточно густой, хороший. Мне мыло очень нравится, Дуру средство. И вот этот мой любимый гель для душа. Это повторочка, когда я видела в магазине, сразу бегом-бегом его купила. 250 миллилитров. Увлажняющий крем и плюс морские минералы. Смягчающий. Шикарный гель для душа. У него аромат вот этого мыла морские минералы от Дуру. Просто тело потом безумно гладкое, бархатистое, вот этот аромат остается на теле. Поэтому я повторила сразу. Вот другой у меня был зелененький, мне он не так понравился. А вот этот еще потом буду брать. Так, далее давайте тогда покажу, что у меня тут есть. Поштучные, наверное, да, их потом уже перейдут по маркам. Так, от Vitex у меня пока в запасах вот такой один. Роза и шампанское. Праздничный гель для душа на игристом вине. Вот думаю, или на март его поставить, или на апрель, когда будет день рождения. Не знаю, наверное, на март хочется что-то распраздничное. 8 марта, наверное, вот его достану. Пока думаю. Далее, от Нивеи у меня тоже только один. Гель уход для душа, крем и роза с миндальным маслом. Ну, как увидела розу, конечно, сразу. 250 миллилитров, так, а тут я не озвучила, 260. Там еще есть розовое такое, вот роза, я потом все равно закажу, на Валберсе заказываю. Это я увидела у Оксаночки. На канале Оксана Ксена, 111.83. Оксана, спасибо огромное, просто ты такие выдаешь у тебя заказы, покупки, просто вообще супер. И сразу хочется тоже все это купить. Так, от Ауры. Тоже только один гель для душа. Ну, это достаточно такой бюджетный у нас. Монетки продается. Манго и папайя. Без парабенов. Витаминный комплекс. Так, объем 250 миллилитров. Так. Дальше. Так, переходим. Еще тут у меня будут, которые разнобой. Ладно, давайте покажу. Вот такой. В Магнит Косметик линейка появилась Love. Я пока взяла только один освежающий лайм. У них частенько на них скидки, распродажи. Там 100 с чем-то рублей, недорого. 500 миллилитров. Но я вот когда увидела зеленый цвет, это мой любимый лайм. Когда увидела, сразу взяла. Он достаточно густой, перламутровый. Очень красивый. Аромат потрясающий. Поэтому хочется взять, конечно, еще остальные все с этой линейки. Гели для душа. Так, далее. От Левраны новиночка. У нас появились в гипермаркете Магнит семейный. И вот я решила взять. Был со скидкой. Ну, правда, не совсем бюджетно. Что-то он 200 с чем-то рублей. Вроде бы, или не помню, около 200. Гель для душа, шиповник и магнолия. Якобы натуральные ингредиенты в составе. Веганская вот эта линейка. 250 миллилитров. Ну, не знаю. Все тут запечатанные они. Поэтому... Потом в пустышках буду давать отзывы на все эти средства. Какие уже у меня были в использовании, я, конечно же, вам говорю. Так, от Дикора вот такой вот гель для душа. Это испанский. Были они как-то одно время у нас в пятерочке. 400 миллилитров, но у нас вот был только такой. Цитрус. Больше у нас никаких не было. И вот я дождалась, когда на него хорошая скидка была и купила. Иначе там просто цены такие были, какие-то заоблачные на них. Очень дорогие. Так, что у меня тут? Еще покажу. Так, вот. Фикс прайс. Так, тоже гель для душа. Вот это вот
гель-коктейль линейка. Я еще хочу все зеленое взять. Я его, может быть, даже как пену для ванн буду использовать. Мне кажется, хотя нет, не сильно жидкий. Но если не понравится, я бывает или жидковатый, я как пену для ванн использую. Это пина колада у меня. Пока стоит гель-коктейль для душа. Здесь большой объем, у него 750 мл. Посмотрю, потом подумаю, как мне его использовать. Так, далее. Витафрут линейка. Тоже это у нас фикс прайс. Сок спелых ягод, вишня, тархун. Смузи, гель для душа тонизирующий, 400 мл. Вот прям как увидела вишню, тоже очень люблю ее. Гель для душа купила. Затем фрутактив гель для душа. Вот такой есть для душа и ванны. Ароматический. Вишня, лайм и фисташка. У нас у него от Евролайн это объем. Так, ну все. 500 мл прямо перед глазами я не вижу. Тоже большой. Тоже фикс прайс линейка есть. Так, ну теперь давайте, раз уж по фикс прайсу начала, какие я там брала, дальше покажу. On Care, вот это вот, не буду коверкать, как правильно называется. В общем, вот эта линеечка гель для душа. Я купила только 3. Видела у девочек на каналах, тоже хвалили. Ирина for Юлия вроде бы канал. Ирина хвалила, ей нравились. Но она хвалила вот эти вот вафли вроде бы. Карамельные вафли с карамелью. Ну, она все, ну, вот этот вот ей нравится. И я сразу пошла и купила 3. Так, здесь, да, гель для душа с маслом сладкого и миндаля. Ну, вафли, как в карамели, наверное. Объем 400 мл. Затем с этой же линейки вот такой. Еще есть вот у них осадок. Ну, я думаю, ничего страшного. Бултыхнуть, это и вейвон бывает. Но уже вот надо их ставить в использование. Будет, я, наверное, после розы возьму вот этот. Потому что тут еще без осадка. Вот этот один у меня из 3. Лимон. Лимонный пай. Вот такой. И третий. Что-то тут с черникой, наверное. С экстрактом натуральных ягод черники. Да. Вот. Вот такие. Далее. С фикс прайс я... А, нет, вот зеленый не такой. Да, вот зеленый есть и где коктейли. И еще есть зелененькие вот в таких вот гели смузи для душа. Тоже они мало кому нравятся. Но я не переживаю. Я такие средства просто могу использовать как пену для ванны. Мне не сушат кожу. Я брала фикс прайс. Много гелей для душа. Все нормально. Здесь объем 580 мл. Вот этот у нас идет... банан, гель-смузи для душа, сияние, тонизирование. Что у нас тут? Банан и клубника, как я понимаю. Да, банан с клубникой. Еще вот зелененький, там киви, еще что-то надо будет взять. И увлажнение детокс, это виноград и ананас. У меня вот пока только 2. Далее, еще такая вот линеечка представлена. Фикс прайс, вот эти коктейльные ванночки, вишневый бренди, как я понимаю, да, захватывающий аромат, тоже что-то много прям нехороших отзывов, 400 мл, ну, не знаю, я также говорю, что-то мне не понравится, у меня все пойдет на пену для ванн, они достаточно бюджетный фикс прайс, и второй, так, коктейль, что у нас тут, обновляющий коктейль, лаймовый фреш, и мне кажется, в обзорах девочки показывали еще какой-то третий есть. Но у нас пока вот таких 2 только были. Так, затем от Камей у меня на данный момент только 3 геля для душа. Вот такой вот флорал идет с розой. Как и купаж цветочных масел 400 мл. Гель для душа Камей Романтик. Да, аромат красных роз. Затем вот эта вот линеечка, но у меня нет еще сиреневого там вроде бы. У нас я их не видела, не продавали, в Пятерочку так и не привозили. Были только вот эти 2. Камей, так, сакура и витамин В3, миндальное масло. И гранат и коллаген, тоже с миндальным маслом. Они у нас идут по 250 мл. Вот от Камей у меня только 3 на данный момент. Теперь давайте покажу Фаберлик. По нарастающей просто по количеству от брендов. Фаберлик у меня 4. Так,
вот этот вот вишенка Beauty Cafe, который уже сняли с производства, вишневый конфитюр. Ну, надо тоже будет использовать, так как, видите, уже сроки подходят. У Faberlic долго просто нельзя их хранить, 200 мл, так что тоже, наверное, вот роза, потом тот вот лимонный, и вот этот пойдет в использование. Затем вот эти вот тоже, по идее, 20-го года, новогодние. Вот и не знаю, что с ними делать. Вот эта линейка, у меня сейчас один в использовании, один уже вроде бы закончился, один в использовании, еще два гель для душа, зимние ягоды и мандариновый микс. Вот и не знаю, что с ними делать, но в принципе я их не открывала, думаю, наверное, все-таки оставить до следующей зимы, до следующего Нового года. Так, и вот еще один Дезирабль Faberlic. Тоже мне очень нравится этот парфюм, он у меня закончился же, и я покупала тоже гель для душа парфюмерный. Вроде бы они как в наборе там шли, я уже не помню, потому что мне очень нравится этот аромат, и я заказала гель для душа 150 мл. Небольшой, парфюмированный. Так, далее идем. От Фа. Я вам покажу. Здесь у меня 5 гелей для душа. Так, начнем с самого большого. Вот такой вот греческий йогурт у меня есть. Аромат миндаля. 750 мл. Вот он с курком. Очень выгодный. Так. Да, вот такой большой. Это у нас вроде бы все. Что-то я брала в Светофор, что-то в магазине Доброцен вроде бы они были. И вот такой вот еще миндальный крем. 500 мл. Тоже ухаживающий гель для душ, крем-гель, аромат миндаля. Они прям большие. Далее от Фа у меня есть заряжающий фруктовый аромат, гель для душа, вот такой вот. Go Happy. Затем Тайна Амазонии. Ритмы Бразилии. Вот еще со старыми крышечками. И вот эта линейка их красивая, Тайна Масел. С микромаслами, аромат розового жасмина, ухаживающий гель для душа. Ну, когда что-то такое вижу, цветы, напоминающие розу, все сразу. И тем более такое красивое оформление. Тоже 250 мл вот эти все. Так, от Фа это все. Теперь перехожу. Самые большие вот у меня как бы запасы гелей для душа. Это у меня от Palmolive. Ну, давайте приступим. Вот такой у меня есть суперфуд линейка ягоды асаи и овес, крем-гель для душа. Они тут все будут идти вроде бы по 250 мл. Да, уже я не буду их тогда смотреть, ставить. Затем тоже суперфуд грейпфрут и сок имбиря. Далее вот такой у меня есть от Palmolive Naturelle. Витамин Е и зеленый чай, крем-гель для душа с ухаживающим молочком. Да, здесь тоже 250 мл. Вот эти вот у них как, ну это не лимиточки, вроде бы как новогодние. Не вижу, слишком мелко. Вот такой у нас есть. Ягодного у нас так и не было. Там малины или что, нам не привозили. Так. Далее вот эта вот лимиточка. У меня одна из тех всех лимиточек осталась. Шикарная вообще вот эта серия была. Оформление просто у Palmolive, у Фа. Вот мне нравится. Но у Palmolive это что-то. Жалко прям баночки выкидывать. Так, ну, лови, лови фокус. Прочитать. Улыбка лета. 250 мл тоже. Вот, ну, прям вот жалко, жалко в использование ставить. Ну, летом поставлю. Затем тоже вот еще лимитированная была у них коллекция. Не помню, наверное, фикс прайс они были. Так, любовь или манговая любовь, что-то вот с манго. И Паттайя. Вот. Далее вот еще линеечка Palmolive, бережный уход. Что у меня сегодня с фокусом не хочет ловить? Крем-гель для душа, миндальное масло и пион. И тоже линейка «Бережный уход», крем-гель для душа, кокосовое масло и лимонграсс. Так, давайте, мне тут прям не хочется закрывать. Все равно закрыть.
А, хотя нет, это же там немножко мне осталось. И вот эта вот линеечка Таити, это тоже производитель Палмолив. Поэтому я их отнесла к Палмоливам. У меня только два. Там вроде бы еще есть один. У нас я видела, но я купила только два вот с кокосом. Они тоже идут, кажется, маленькие, 250 миллилитров. И у них производство вроде бы тоже Турция или Таиланд. Так, в общем, вот такой с кокосом. И как драконье дерево, вот этот фрукт. Вот, вот такой еще. Вот такие от Палмолив. Это все. Затем, сейчас я вам покажу жидкое мыло. Какое у меня есть запас. Ну, это у меня будет как гель для душа от кафе Мими. Я выиграла в конкурсе у Вики Михайловой на канале Вика. Привет тебе, спасибо огромное. Вот такое вот шелковое мыло для тела и волос. Протеинный шелк и экстракт барбариса. Очень надо протестировать, но пока в запасиках стоит. Это к прошлому Новому году я у нее выиграла на канале. Так, давайте немножко поднимемся. Чуть-чуть. Вот. Так, далее. Пока в запасах, еще не поставила в использование, поэтому показываю тоже от Салун. Вот этой турецкой линейки. Жидкое мыло с розой. Так, ну, давайте, ладно, так. И еще тоже крем-мыло, русские травы, жемчужная роза. Ну, люблю я розу. И еще у меня есть два средства для интимной гигиены. Ой, извиняюсь. От Я Самой гель для интимной гигиены мицеллярный. Такой достаточно большой. Мне его хватит надолго, 500 миллилитров. И вот от Eva Laboratories. Одно у меня в использовании, другое я вам показывала уже. Ну, сейчас я уже не буду в уходе. Я показывала, можете посмотреть видео. Я только гель для душа принесла, какие в использовании. Это крем-мыло для интимной гигиены с молочной кислотой и экстрактом календулы. А там еще с ромашкой. Да, есть. В общем, вот. Они у меня в запасе. Это уходы для тела. Ну, и сейчас я вам покажу, что у нас сейчас в использовании. В использовании от Vitex у сына и у мужа вот этот вот шотландский виски. Мужской гель-душ для тела. Очень и сыну понравился, и мужу. И от Le Petit Marseillais, я думаю, добьют скоро. Немножко осталось. Шафран и красный апельсин. Так, ну и тут тоже. И я беру и сын, и муж. Вот такие еще гели для душа. Avon Senses. Я вам показывала в уходе, что у меня как дополнительный был драгоценные масла. Вот у меня с этой линейки. Последний остался мед и гордения. Крем-гель для душа с сандаловым маслом. Далее. Так, вот этот с ароматом кока-колы от Белиты. Волшебные истории новогодние. Пока в использовании у меня, да, стоит. И вот Фаберлик, вот этот новогодний, как бы у них выпуск был, лимиточка, яблоко и корица. Ну, мы добьем уже на днях. Так, и последний космия, тоже, может быть, завтра закончим. Здесь мягкая карамель вроде бы, да? Все забываю. Да, мягкая карамель. Вот. Вот и все. Вот такие гели для душа в запасах, в использовании. Что-то думала, будет большое видео, как-то постаралась быстренько вас не задерживать. Ну, я думаю, что пока достаточно, даже не знаю. Может быть, какие-то интересные будут. Но в этом месяце я точно ничего брать не буду. Пока все остановлюсь. Тут просто праздники. Может быть, что-то уйдет на подарки, уменьшится запасы. А так, на год нам на троих будет достаточно. Ну, я что-то дочери отправляю. Вот этот раз тоже их по ссылке отправила. Поэтому расход у нас хороший. Не переживайте, ничего не пропадает. Кому понравилось данное видео, ставьте лайк. Подписывайтесь на мой канал. Очень рада новым подписчикам, новым друзьям. Нажимайте на колокольчик. Ждите выхода новых видео. Они еще будут. И, надеюсь, будут для вас интересные. Пишите обязательно ваши комментарии. Тоже очень интересно их читать. Ваши отзывы, ваши советы. Буду очень вам всем благодарна. Всем крепкого-крепкого здоровья. Отличного настроения. Все дружно ждем весну. До новых встреч на моем канале. До новых видео. Пока-пока.